Есть такая работа – семью сохранять. Многие хоть раз в жизни сталкивались с проблемами, обсуждать которые стыдно и неприятно. А бывает, когда без постороннего вмешательства уже не обойтись. На помощь сложным семьям приходит комиссия по делам несовершеннолетних. Их задача, вопреки общественному мнению, не наказывать нерадивых подростков и их родителей, а помогать разобраться с накопившимися трудностями. Функция комиссии, она больше относится к функции воспитательной. Потому что, да, ребенка наказать – это очень легко. Но надо, чтобы ребенок прочувствовал это, ребенок понял. И самое главное наша задача, чтобы он сюда больше к нам не вернулся, чтобы он не совершил ни повторные правонарушения. На заседании комиссии, которая проходит дважды в месяц, приглашают подростков, которых уличили в краже из магазинов или драте со сверстниками. Эта девушка – студентка колледжа. В продуктовом гипермаркете решила присвоить пару чехлов для телефона и мягкую игрушку. Кража не удалась, теперь приходится оправдываться перед комиссией. Ты выводы какие для себя сделала? Я больше так никогда не поступлю. Это ужасный поступок. Конечно. Позор, позор. Ты перед мамой извинилась? Да. Мама девушки теперь должна выплатить штраф 1000 рублей. Для деревни Морозово, откуда семья родом, это не маленькие деньги. А этот молодой человек ввязался в уличную драку. Пострадавший написал заявление в полицию, а так как обидчик еще не достиг совершеннолетия, то и наказать по всей строгости закона его нельзя. По версии школьника, потерпевший угрожал расправой. Вместо обращения в правоохранительные органы в ход пошли кулаки. Отца нет, мать не работает, вся семья живет на пенсию бабушки. Теперь она вынуждена заплатить за хулиганство внука. Штраф 5000 рублей. Больше всего родители боятся постановки на учет в отдел полиции. То есть туда они, конечно, не очень. Но иногда, с другой стороны, мы сами родителям говорим: слушайте, ну пусть его поконтролируют полгодика. Это же не лишний контроль, когда ребенок вот действительно. Конечно, изъятие детей из семьи – это уже прямо крайняя мера. Мы к этому стараемся не прибегать. Вот. А так в основном все-таки вот больше направлено на профилактику. Заседание – не единственная форма работы комиссии. Впрочем, и нарушителями семейного спокойствия не всегда оказываются дети. Только по Ленинскому району на контроле почти 60 семей, где родители злоупотребляют спиртным. Специалисты помогают мамам и папам отказаться от алкоголя, чтобы дети росли в достойных условиях. С этой семьей работают с 2011 года. Проблема состояла в том, что мама у нас была склонна к употреблению спиртных напитков. И мы начали с ней работать в том плане, чтобы она не потеряла своих детей, чтобы они не оказались, во-первых, в реабилитационных центрах для детей, нуждающихся вот в поддержке государства. Страх, что государство может отобрать детей, оказался сильнее пагубной привычки. Женщина согласилась пройти обследование у наркологов и психологов. Теперь благодарит специалистов комиссии, что помогли спасти семью. Я хочу вам сказать слова благодарности за то, что вы... Как вот, сейчас заплачу, вышивальщица вот вышивает ткань ниточками. Вы также работу свою вышиваете человечностью. Это очень сейчас дефицит в наше время. В этом доме живет еще одна семья, которой помогла комиссия по делам несовершеннолетних. Несколько лет назад отец девочки потребовал лишить мать родительских прав. Нездоровые отношения с алкоголем здесь были и у бабушки, и у мамы. После наркологического лечения жизнь стала налаживаться. Теперь сложно даже представить, что у этой, казалось бы, образцовой семьи когда-то были серьезные трудности. Но несмотря на то, что, например, сейчас вот семья не вызывает опасений, они все равно остаются у нас на контроле, они стоят у нас в банке данных по семьям, находящихся в социально опасном положении. С ними работают сотрудники полиции, потому что она стоит у них на контроле. Ну и мы, конечно, ее как комиссии, то есть держим в поле зрения. В грядущее воскресенье, 14 января, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних отмечают большой юбилей – 100 лет со дня основания. Принимают поздравления от тех, кто вряд ли справился бы без их помощи. Так повелось все с Древней Руси о малолетних опеку вести, чтобы дети не жили где-то в подвалах, на помощь приходят профессионалы. И в праздник вашей достойной работы, в которой так много тепла и заботы, вас поздравят, пишем поскорее. Пусть в мире не будет несчастных детей. Ой, спасибо большое. Чествовали сотрудников комиссии и в Ивановской мэрии. Накануне профессионального праздника лучших сотрудников отметили городскими наградами и благодарственными письмами. Поздравил социальных спасателей и глава города Владимир Шарыпов. Все эти годы сотрудники комиссии играют особую роль в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите прав детей, являясь координатором этой работы. Ребенок, попавший в трудную жизненную ситуацию,
утративший доверие к миру, конечно, нуждается в особой заботе и защите. В том, чтобы оказаться на контроле специалистов комиссии по делам несовершеннолетних, конечно, приятного мало. Впрочем, даже если это произойдет, следует четко понимать, что их главная задача не наказать или осудить семью, а восстановить законные права детей. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.